Читай! Читай долбанные книги! Не позволяй себе остаться недалеким ослом! Вчера твое чтение ограничивалось постиками ВКонтакте. Думаю, завтра ничего не изменится. А ты должен пожирать информацию, как обезумевший! Это на 100% поможет тебе в будущем! На 1000%! Многие люди думают, что успех – это бизнес. Но в бизнесе модели типа «купи-продай» уже плохо работают. В тренде умные схемы, так бери и читай книги. Художественную литературу с ее соплями к черту. Научпоп и специальная литература. Вот что важно, так что просто бери и читай книги. Читай даже, когда тебе это конкретно заебало. Когда все твои дружочки, пирожочки веселятся и лолируют над постиками ВКонтакте. А ты будешь читать. Ты не сдашься и поимеешь их на всем и всех. У тебя будет больше денег, больше женщин, больше уважения к себе. Просто бери и читай книгу прямо сейчас. Закончился ролик, иди читай книгу. Если тебе не понравилась какая-то книга, это не значит, что чтение говно. Это значит, что ты мало старался. Ты просто не дошел до своих авторов. Бери и читай книги. Меня лично оскорбляет, что кто-то из моих подписчиков недалекий человек, ограниченный. Так что бери и читай книги, не останавливайся на достигнутом или начни прямо сейчас. Бери и читай книги, мразь!